Поклонники лыжных гонок стали собираться на площади Воинской славы задолго до старта. Брянщина уже в 13-й раз участвует в этом всероссийском мероприятии. И с каждым годом желающих стать частью большого спортивного праздника в нашем регионе становится все больше. В этом году сами видите, что погода нам улыбается, сопутствует. Снега достаточно в этом году. Я думаю, что участников будет гораздо больше, чем было в прошлом году. Регистрация проходила очень быстро, там что-то за 2 дня практически были разобраны все номера и все. Я думаю, сегодня праздник получится. Лыжня России уже давно перестала быть чисто спортивным мероприятием. Мальчики, готовы? Итак, дан старт самым юным участникам. Пожелаем им успеха. Душа ведет сюда. Показать себя, посмотреть на людей, на народ. И нам это нравится. Это для нас, для простого народа, да, как-то вместе провести, вот именно по-здоровому отдохнуть. Потому что организовано все на высшем уровне. Посмотрите полностью. Чай, кофе, старт, улыбки, музыка. Весело. Так и надо проводить время. Такие соревнования стирают все границы. На шикарных пластиковых и простых деревянных на трассу вышли сотни брянских поклонников лыжных гонок. Самого разного возраста и социального статуса. Стартует вся Россия, и это не преувеличение. Лыжня России 2017 – это 74 региона страны и почти 1,5 миллиона участников. В дружной спортивной семье присоединилась и Брянская область. Итак, дан старт. Сегодня лыжня, она проходит на необъятных просторах нашей страны. От Калининграда до Владивостока. И мы, брянцы, мы вместе с нашей страной. И, конечно же, главным достижением данного соревнования – это ваше хорошее настроение. А самая высокая награда – это вера в вас, вера в себя, вера в свои возможности. Возможности и уровень подготовки у спортсменов-любителей действительно разный, потому организаторы подготовили несколько вариантов трассы, как говорится, на любой вкус. А на какую дистанцию побежишь? 10 километров. Хоть раз бегал с тобой? Давно, со школьной поры не бегал. То есть сегодня у меня такой будет этап преодоления самого себя. Просто посмотреть, прокатиться, еще раз почувствовать здоровье, силу. Физкультурный учитель нам дал маечки, шапки, и мы сюда приехали выигрывать только за победой. Здесь не обязательно укладываться в нормативы и бороться за секунды. Заряд бодрости и хорошего настроения – вот что заставляет участников из года в год выходить на старт. Задача просто поучаствовать. Где же молодые? Здорово, смотри, какие орлы стоят. По 40 лет. Добрый путь. На финише всех участников ждал горячий чай и блины. Осталось до финиша, молодцы. Ну а самые быстрые и выносливые получили заслуженные награды и ценные подарки от правительства Брянской области и Брянской областной думы. Дмитрий Кузнецов, Владимир Шелободов. События. Брянск.